А вот и ты. Привет. Только спроси, где Миллер? Мне сказали, где Миллер. Точнее, я нашел. Зырь на меня. I'm here to get you out. Snake. They do something to your eyes. Не выковали тебе глаз. It's just bright as all. Суки. You've secured the target. I'll send the chopper to get you out. Make your way to the RV. You can check the location on your iDroid. Куда теперь? Mission info has been updated. Marker placed. Marker removed. You look well. Age hasn't slowed you down one bit. Подожди. Ну да, давай бросай его, ему так хорошо. Да, вы посмотрите, аж... А нет, я подумал, что у него рука, точнее, остатки руки. Оп. Сейчас, подожди, я его отнесу. А то вдруг заметит. Такие зрячие прямо, я охреневаю. Смотрите, сколько там оглушенных. Просто посмотрите на это. Так. Потихонечку. Помаленечку. Ну, знаешь, мне от этого не легче. Я тоже ж похудел. Ослаб. Да иди ты в пень. Я еще иду. Какого хрена? Я на конях его не смогу скрыть. Так, кажись, я всем могу. Я сейчас, в одну минуту. Стой, скотина. Сейчас, одну минуту. А мазик? Все, теперь можно уходить. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, я травку забыл. Ты же подаришь, пока я травку соберу. Сейчас, одну минуту. А там какая-то красненькая была. Ай-яй-яй-яй. Бежим, бежим. Ой-ой-ой. Это просто лошадь. Ты ничего не видел. Что-нибудь здесь есть? Так, одну минутку, казалось. Мы возродимся. Эстрагон. It contains trace amounts of a benzodiazepine derivative that's the active ingredient in pentasmin. Ну пока, по первой миссии, я скажу, хорошо, но демка мне больше понравилась. Да. Ты охренел, что ли? Ахав. Ахав.
что? Что это? What the fuck? Что это за зомби хрень? Boss, watch out! It's the skulls. Don't let them find us. Чё шутишь? Сука, стой! Да вы посмотрите на эту сраную лошадь. Она еще хуже плотвы. Да хотя бы убегать на нее забежать можно. Вы посмотрите. Лошадь, стой, сука, я вот на скальп возьму. Давай, 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 вверх, 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 вверх. Я знаю, тебе сложно. Но я знаю, что ты сможешь. Не страшно, боже. Так. А туда мне нельзя. Я бы так просто обошел и все. Но нет. Вы думаете, все так легко? Так, не туда, идиот. Так, а там есть? Есть. Да мне легче его пронести поверху. Можно мне его пронести поверху вообще? Давай. Икс, икс, икс. Сейчас, одну минуту. Пытаемся так. Самим хотя бы. Нет, нельзя. Иди в жопу. Не бежать, да, направо? Просто, а что мне еще делать? Да вы посмотрите, ну что за бред? Даже бред. Во-во-во-во-во-во-во. Прости, Миллер, а тебе придется потерпеть. Так, пики нет, не туда. О май гад, что за хрень? Помогите мне. Да мне бежать! И ты нахер вообще. Мудила сраная, забрал буду и все. Нет. Иди в жопу. Все, они отстали. Да, скрипты нам помогли. Сва все скрипты. Тащи его туда. Вот посмотрите, что она делает. Да, нормально. Сейчас пойдем. Все будут. А чё мне еще здесь делать? Ну, это окей. А задание? Всё.
Кто покинул? Extraction arrived at Mother Base. Эти в пень. Кто покинул? Что покинул? Опять чика. Чик-чик. Текущий героин 2400. Вы чё, серьёзно? Да вы идите в пень. Какое? О-о-о-о. Серьёзно? С чем? Спасибо. That's where our new home is now. Hey, that was some operation we had, huh? 9 years ago, carving out our own world, making our own future, and they took it away. Revenge, my friend. Revenge. Я как бы тебя поддерживаю. Digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it, we did it. You see this? Ну. Diamond dogs. Амазные псы. Окей. Phantom of our former selves. Triumph. Death. Я тоже это помню, что... To your boss when you get home. Hey. No. Snake. Why are we still here? Почему мы все здесь? Even the US. And I was the parasite below, feeding off Zero's power. They came after you in Cyprus. Then Afghanistan. Cypher just keeps growing. Swallowing everything in its path.
bigger and bigger. Who knows how big now? Boss. I'm gonna make him give back our past. Take back everything that we've lost. And I won't rest until we do. Approaching Mother Base. Tell me like you used to. Не могут перевести Diamond Dogs. Ну, вообще не могут. Тоже нет. Things have changed, boss. We pull in money, recruits, just to combat Cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Cypher sent us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. Вау, наш главный герой заговорил наконец. Ну, то есть, больше чем одно предложение. А почему бы ему тоже имплант не поставить? Руки хотя бы. Dogs of war for 9 whole years. That ends today. Now you're not sleeping, and we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Let them talk. Build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. There's something I want to talk about. It concerns the running of Mother Base. Come meet with me. You came. This base belongs to you now. Make Diamond Dogs the force it deserves. Okay. Like any... Go for them, not me. Да не пью эти. Вообще херю. That's enough. This isn't the time. Give it a rest. Ладно. Like any organization, we need good people. And we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. А как перенести с ними сохранение? Вот это интересно. Start bringing people in. Use this. It's a Fulton recovery device. Вот это да. When you're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. And we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. First, put him to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? Pull any punches. Прости. Out like a light.
Now approach him and extract him. Сколько? Минус 300, вы чё? It's my money! It's my money! You can only bolt and recover someone if they're not resisting you. No dead bodies either. They don't make great recruits. The staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his ability. Я мало кого убиваю. Open your eye droid. Select staff management from the mother base menu. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. Так. What's wrong? Go back to the mother. Select weapons items under the development heading. Please specify. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd wanted it the best. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Ты хренел. Go extract a few more people. Boss, put the iDroid away for a moment. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC next? Show them how it's done, boss. Try throwing them. It's the best way to knock someone out instantly. Excellent, boss. Now extract it. Посмотрите, это у меня деньги отнимает. Отлично. Это у меня денежки отнимает. One thing I should mention. A Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather is unfavorable, well, it could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. All right, extract the next staff member. Бедный мужик. Extract. I'm ready. Use any method you like. Start by knocking him out, or you can put him to sleep. Let's do this, boss. Extraction arrived at Mother Base. Unit function added. Should be able to develop the cardboard box. Open your eyes. Подожди ты. Сейчас я перетащу его. Боже, денежки мои. Разработка оружия, принятая оружия. Please select a you can have the support unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. Тут душевая есть? Supplies requested. Supply drop complete. Идите в жопу. And there it is. Not sure what it's good for, but Miller said you'd know what to do. Try it out. One last thing. The staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Спасибо. Still in the mood for knocking guys on their asses. You can stay around here a while. Give them in some practice. Just come pay me a visit. Okay. Ну, я зашел к тебе. That's enough. Boss, let's practice your CQC. Begin by grabbing. Once you've grabbed someone, you're free to do as you like. Interrogate him, knock him out, kill him. Scratch that last one. Ну, я так хотел. Go ahead and knock him out. Good. Extract the staff member. I'm ready, boss.
А ты мне деньги вернешь? Скотина. No. Strike an adversary repeatedly to knock him out. He'll stay unconscious for longer than if you throw him. Go on and extract him. Понятно, это круто. То есть можно много. Можно вот такое. То есть. Ладно, вставай. Душ. Что мне делать? Ну, я нажал. Так. Не понял. Вот. Please, landing zone. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Ну, если близко, то легко можно на вертолет посадить. Если далеко, то денежки потратим, двинем. Ну, ну что я должен сделать? Бедные мужики, они хотели воевать, а их хрень. Погрузитесь. А, я просто не надеюсь. Окей. Он полетит со мной. Поехали. То есть, по сути, у нас есть крафтинг. Я надеюсь, немного для этого денег надо. А то будет вот так. Как с Dragon Age. Ладно, что вы заставите меня делать теперь? Extraction arrived at mother base. Уровень 4. Development project has been added. О боже мой, сколько их на? Ой, чё на? Обалдеть, это весь эпизод, вы чё? Вообще, что-то изменилось. Кто-то думает, что это будет как сериал играть? Это же не PSP, ну... В Peace Walker будет такое сделали. Да, это было бы понятно. Задний план. Задний план. Mission list updated. Boss. I know you haven't been back long, but I've prepared a list of missions for you. Open your iDroid. You were hospitalized in Dhekelia, a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's Little America right into Cyprus's Little Britain. Why Dhekelia? The UK and the US remain close allies. The last place Cypher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British military hospital for 9 years. The safest place from a whale is inside its own belly. You were a regular Geppetto. Well, it wasn't Pinocchio who led me out to safety. So who was that guy? Cypher went so far as to attack British territory, burning their own ally. That's how badly they wanted you dead. He said I was in a British military hospital. But the doctor had a Greek accent.
They hire locally. Easier to trust them. Dekelia is also home to Greek Cypriots, after all. What about the Turks? They haven't returned to the south. Not yet. The Cyprus dispute is still... I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you're rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. А как это завершить в тайне черепов? We're counting on you, boss. It's impossible to control. Both sides build up grudges like debt. Steve P. Without the foresight to see that each act of revenge just fans the flames, and then it's too late for other nations to rush into peace talks. Поехали. Срочно! Срочно, не! Никогда. Не хочу. Боюсь. Путь героя. Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Deshago Calais and eliminate the target. Сюда, да? Можно зачистить это. Хотя... Да, мы все равно рядышком будем. Почему бы не пойти? Да не это я хочу. Лучше. Прыгивай. Опа. Так, слезаем. Собака, иди сюда. Тепатика. Эти зимай. Он красивый. Волка себе собаку. Кого не так. Кого-то мы себе. Так, а где они?
Да я ровно тут. Да боже, отмени это. Ага. Не-не-не-не-не, ты меня не видел. Да какого... Отлично, я всех просто усыпил. Что-то легко. И сейчас такой мне кто-нибудь подкинет, такой тыщ, похавальник. Да и ладно, денег много, чё. You gotta extract him. We can use compounds from plants to make medicine or poison for use in new weapons and equipment. Take a look at the plants list on your iDroid to see which ones we need. Then go find them if you get the chance. It'll keep the staff happy too. Чё я-то должен собирать? Такое чувство, что прокачался в Final Fantasy первых. Самых первых. Типа, плюс к силе. Плюс. Там. На, не важно. Так. Вроде бы ничего. Бежим, так, хорошо. То есть Афганистан это единственное. Я не думаю, что это единственное. Боже, не. Я все понимаю, но не. Я надеюсь, что не единственная карта. Не хочу я только по Афганистану бегать. Спасибо. Keep your guard up. Есть переводчик. А что такое черная морковь? Так, надо перезарядиться. Ну них ты себе такая база, охренеть. О боже. Ну вот. Окей. The Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Вот сюда хочу пойти сначала. Там тоже можно поняться и обследовать. Так, еще двое. Это хорошо. Трое. Так, еще один. Да боже, отметь ты уже. Так. Так. Угу. Есть кто-нибудь? Вроде нет. Ну то есть с этого ракурса вроде нет. Пойдем вот с того. Смотрим. Опа, алмазик. Алмаз. Маленький, ну чё. Это хорошо. Так говорит, как будто это плохо. Точнее, он просто говорит, зачем мне это надо? Я так понимаю, что алмазы это деньги.
Так. Ага, здесь есть. Интересно, заметит нас? Так, я специально на самый-самый-самый перешел шаг. Оп, оп, опа! Америка, Европа. Где я тебе достану переводчик? У нас есть русский. Зачем нам? Серьезно? Что? Я тебе что-то не верю. Нифига себе. Никто этого не слышит. Всех берем, всех, кого можем, берем. А кого не можем, тащим. Я тоже могу посветить. Так, значит, мне туда. Ну, я хочу сначала этого убить. Убрать. Где моя основная цель? Двигается здесь. Так, что это? That's communications equipment used by the outpost CP. It must be how they keep in touch with headquarters. If you destroy it, you might be able to cut off the CP from their HQ. Как мне уничтожить? Не знаю. Гранаты, наверное, или эми. Какое-нибудь. Так, все, успокоились. Ограниченный запас фултонов, я так не понял. Все равно это мои деньги. Чё, чё? Я вообще удивляюсь, как я мог в той миссии от черепов уйти? Они мне преградили путь. Обалдеть. Уйди. Так, сколько у меня еще можно? 7. Окей, поехал. А вот и ты. Привет. Только спросил, где Миллер? Мне сказали, где Миллер. Точнее, я нашел. Зырь на меня. It's me. I'm here to get you out. Snake. They do something to your eyes. Не выковали тебе глаз. It's just bright as all. What took you so long? We'll talk, but not here. Arrived at Mother Base. You
We've secured the target. I'll send the chopper to get you out. Make your way to the RV. You can check the location on your iDroid. Куда теперь? Mission info has been updated. Marker placed. Marker removed. You look well. Age hasn't slowed you down one bit. Подожди. Ну да, давай бросай его, ему так хорошо. Да, вы посмотрите, аж... А нет, я подумал, что у него рука, точнее, остатки руки. Оп. Сейчас, подожди, я его отнесу. А то вдруг заметят. Такие зрячие прямо, я охреневаю. Смотрите, сколько там оглушенных. Просто посмотрите на это. Так. Потихонечку. Помаленечку. Ну, знаешь, мне от этого не легче. Я тоже ж похудел. Ослаб. Да иди ты в пень, я еще иду. Какого хрена? Я на конях его не смогу скрыть. Так, кажись, я всем могу? Я сейчас, в одну минуту. Стой, скотина. Сейчас, одну минуту. А мазик? Шок. Понимаете, когда человек спит, у него шок. Того, что он заснул. Через 5 минут после того, как лег. Меня еще, кажется, ни разу не запалили, да? И сейчас такие палят. Так. У меня есть 5 человек пока что. Мне надо его затолкать в машину, мне кажется. Вот в эту. Но это довольно-таки сложно. Особенно если рядом какой-то чмырь. Ходит скотина. Окей, поехал. Меня пугают эти крики. He's coming too. Roger that. Во-во-во-во-во-во-во. Не пали малину. Давайте, попытка, не пытка. Опа. А он-то встал. Сейчас оглушим. Вау-вау-вау-вау. Вау-вау. Алло. Я ничего не могу сделать.
Я нашел главное самое.